Так, ребят, всем привет. Сегодня покажу вам, как на BMW 3 серии кузов E36 сделать тест панельной приборы, проверить, как она работает и так далее. Вот, сейчас я вам это все покажу. Так, ребята, вот мы сейчас, вот BMW. Получается, вставили мы ключ зажигания. Нам нужно держать кнопку вот эту примерно секунд 10. И потом надо будет повернуть на один оборот ключ зажигания. Сейчас я попробую, чтобы у меня так получилось. Сейчас поставлю, чтобы получилось так, чтобы у меня можно было повернуть ключ еще. А то у меня не три руки. Вот, сейчас. Как-нибудь. Сейчас, секунду. Так, вот, мы нажимаем и держим примерно секунд 10. И потом нам надо будет повернуть ключ зажигания в одно положение вперед, на одно. Вот. Все, и у нас все пошло. Вот. 56-10 километров. 190 максимальное. 44. И пошла вот диагностика эта. Все. Ну вот, ребят, кому короткое такое видео. Кому интересно, смотрите, ставьте лайки, делайте репосты. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.